Программе развития российского автоспорта SMP Racing исполнилось 7 лет. Первым соревнованием для нее в 2013 году стала гонка «3 часа Монцы». Это первый этап сезона Blancpain Endurance Series. А самый громкий успех пришел во время прошлого спортивного сезона. Экипаж команды SMP Racing, выступающий на российском прототипе BR1, впервые в истории марафона 24 часа Лимана поднялся на подиум в абсолютном зачете, завершив гонку на третьем месте. Кроме того, в прошлом году воспитанник программы Роберт Шварцман выиграл чемпионат Формулы 3. До этого из наших соотечественников его выигрывал только Даниил Квят в далеком 2013 году, когда серия называлась GP3. Также российские гонщики оказались успешными в европейском чемпионате Формулы Рено. В 2017 году третье место по итогам сезона завоевал Роберт Шварцман, а в 2019 году — Александр Смоляр. Кроме того, пилоты SMP Racing вошли в состав российской делегации на первой автомобильной олимпиаде — международных автоспортивных играх, которые прошлой осенью прошли в Италии. Победу в командном зачете отпраздновала Россия. Мировой автоспорт, как и все мы, переживает самоизоляцию дома. И взоры спортсменов обратились в онлайн-соревнования. Пилоты программы SMP Racing подключились к кибергонке «Лада Спорт Роснефть» и «Рейс». Всего на старт соревнования вышли более 30 участников, преимущественно действующие пилоты российских чемпионатов. Им предстояло сначала проехать тренировку, затем квалификацию и в итоге 40-минутную гонку. Соревнования прошли на виртуальном малазийском автодроме «Сепанг». Его в ходе голосования выбрали болельщики. Технически большую кибергонку провели на базе симулятора «Рейсрум». Пилоты SMP Racing выступали на разных автомобилях, хотя и схожих по своим характеристикам. Все они участвовали в кузовном чемпионате мира 2019 года. Кирилл Ладыгин выбрал «Ладу Веста», Кирилл Смаль, Павел Буланцев и Алексей Несов – «Ауди RS3», а Ирина Сидоркова – «Фольксваген Гольф GTI». На финише Матвеев стал третьим, а Ладыгин – шестым. Следом за ним финишировал Несов. Смаль занял 10-е место, Буланцев – 11-е, а Сидоркова – 13-е.